Привет, мои хорошие, еще раз. Ой, ну что еще раз? Нет, привет, мои хорошие, потому что день новый и влог новый. Тот-то мы уже закончили. Новый. Мы идем, на самом деле, в парк сейчас. В наш парк Островского на Сельмаше, хотел сказать, на Северном. На Сельмаше. Мы там уже были, я там выступала, кстати, когда училась в школе. Подожди, ты выступала год назад, там пела песни. Год назад, да, я там выступала. Беременная же еще была. Почему не год? Не год. У меня еще маленький животик был, там не видно было особо. Весна была, пост тоже был. Ну да, да. В прошлом году это получается? Да, пост был. Офигеть. Совсем недавно. У меня еще животика толком видно не было. Короче, мы идем, я захотела шашлыка, но вы знаете, как я сейчас ем. Я могу себе позволить суши, вот там мы поели, да, в прошлый раз. Шашлыка мне захотелось, но я максимум 150 грамм съем. Во-первых, мне больше не захочется, вот, потому что желудок уже сузился, аппетит не такой прям, знаете, сумасшедший. Но я еще ничего сегодня не ела, а сейчас у нас, во сколько мы встали? Мы встали в 11, и вот сейчас в 4 выехали, я попила только кофе. Мы с Кристиной ничего не ели. А, ну творога 50 грамм или 20, сколько я там съела, 2 ложки творога, и все. Сейчас вот 100 грамм шашлычка, и все, и на ночь уже будет у нас там кефирчик, такие вещи. Ладно, увидимся в парке, как присядем где-нибудь. Мы с малышом, ой, да. Крохи! Мы в парке. Мы до него бежали, то есть мы только зашли в парк, и вот начали гулять. Более-менее медленно вот так идти, да? Давай походочку нормально. О, пошла. Писать, зачеркивать. Так, мы ищем шашлычную. Мы ищем жениха. Какого жениха? Кристинка все ищет жениха. Ну, так что, если меня смотрят парни, вы можете отправлять свои заявки на почту. Подожди, на почту, только не мне, наверное. Блог ищем жениха, точка... Не мне, наверное. Блог ищем мясо, точка жениха. Короче, ну вы знаете, что Кристина тоже блогер стала, тогда заходите к ней просто, ссылку же я, естественно, оставлю на нее канал внизу. Да, проходите по ее ссылочке. У нее там почта есть, и на этой почте можете оставлять свою кандидатуру, заявку. Значит, возраст, вес... Рост. Черты характера. Ну, в общем, резюме такое красненькое. Но мы будем уже с Кристинкой решать там. Штудировать, да. И, возможно, кому-нибудь Кристинка... Отдаст свое сердце. Нет, не отдаст сердце, а предложит свидание, подожди. То есть не ты предложишь, а, ну, как бы, дашь согласие на свидание. Вот так. Подмигну. Да, смайлик такой, оп. В общем, короче, знаете, Кристинка моя свободная, но у нас жесткий отбор, только самые лучшие. И в итоге один единственный красавчик будет с ней встречаться. Так я ее не отдам ни в какие руки. Все, шашлычную хочу. Где шашлык? Моя Кристинка. Своего будущего крестника. Кстати, я снова в раздумьях, крестить его или нет. Пусть тебе расскажут, как процесс. Да, вот если кто-то крестил малышей, расскажите, насколько процесс, и можно ли этот процесс как-то упростить. Знаете, прийти вдвоем с малышом, раз-два покрестили, и все. Возможно такое? Ну, естественно, не вдвоем, то есть втроем. Вот, втроем. Чтобы не было крестного папы. Можно такое? У меня нет мужчин. У меня только один мой мужчина, который далековато. И все, вокруг нет мужчин. А родственников я не хочу брать. Я считаю, что... Ну зачем двойную ответственность? И так ответственность-то есть уже, да, на там, дядя, брат. Зачем их еще и крестными брать? Вот можно так, мы втроем придем, покрестили, крестная мама есть, и все. Расскажите о своих процессах крещения. А то меня так напугали, сказали, что там мама должна стоять за дверьми, что ребенка там час тягают по каким-то ваннам, чужие дяди, тети, и он плачет, и все орут, дети там. В общем, знаешь, что посоветуете? Что-то тебя Катя утрировала. Что ты на Катю договариваешь вот прям в кадре? Вот оставлю, пусть Катя знает. В общем, мы шли в ту шашлычную белую, кто знает там, но, в общем-то, там моют, что-то не камильфо, на улице что-то столиков нету, они какие-то по периметру стоят, там пару столиков. Сейчас мы еще пройдем, посмотрим, потому что, ну, хочется красивый вид. Я эстет, для меня очень важно сидеть не просто, ну, либо на лавке, для меня лавка тоже очень эстетична, что-то в этом есть, либо, ну, прям, чтобы красиво было, да, то есть я из крайности в крайность, либо пипец красота, либо лавка Ростов стайл. Нет, не Ростов стайл. Лавка стайл. Просто лавка. Бич стайл.
Бич в плане не бич в плане сколько, что там, это сука или что это? Бич. Что-то это бич-пляж. Бич не пляж, а бичи такие, знаете, ходят и говорят иногда бич. Типа, бомж. Что-то ты на каком-то языке заговорила. У тебя ну, типа, бомж стоял. Канал English, что ли, English канал? Да, у меня недавно микс. Прочитала, что могут переводить. Микс channel. Переведите, чего она говорит. Микс channel, да, если пустить субтитры с переводом, то ни хрена не поймешь. Пойдем, куда? Это велопрокат, мне показалось. Велопрокат? Не надо. Вот мы еще в одно кафе пришли, вот которое, знаете, фонтанчик вот там стоит. А здесь вообще все закрыто. Мы, наверное, в то сейчас вернемся. Вселенную. Пойдем сейчас что-нибудь придумать. Вот твой этот символ. А что такое? Ну вот мы сидим в парке уже, нашли место в Махаоне в итоге. Здесь даже вот столики вот так вот стоят. Ну, немножко столиков. Мы вот присели, заказали шашлычок уже. Ждем. Надь, блин. Надь, блин. Прям непонятно. Замерзла, что ли? А? Подзамерзла? Да, Силия, замерзла. Но все равно мы будем. Нам все принесли, на самом деле. Я вот как всегда, мы с Кристинкой заговорились, и я забыла, что нам принесли. Нет, уже шашлык. Я уже половину съела. Салатик принесли, ничем не заправляла. И Кристинка лобио заказала себе. Вот, тоже очень вкусная. Мне, кстати, очень нравится лобби. Ну вот, мы гуляем, погода шикарная. Я уже сняла вверх, ну, свою тельняшку эту. Какая тельняшка, блин? Как она называется? Без рукав. Без рукавов. Без рукавка, она шорты называется. Сняла свою безрукавку. Сидим, отдыхаем хорошо, называется. А дальше опа, угодно. Оп, отдыхаем хорошо. А что делаете вы? Вот интересно. Кристина поправила. Опа-опа-опа-па. Отдыхаем хорошо. Я в теме. Ну все, мы поели, идем домой. Я чуть-чуть взмерзла. Вот опять приоделась. Ты как, Кристина, себя чувствуешь? Я уже чуть-чуть проснула. Что хотел сказать? Мы в фокусе вообще? Да. В общем, отличная погода, птички поют, все супер. Я что-то повыкладывала в Инстаграм. Мне, конечно, прохладно, батарейка села, особенно на айфоне, на что я везде фотографирую, выкладываю в Инстаграм. Инстаграм, кстати, я оставлю здесь. Вот. Подписывайтесь, пожалуйста, потому что там все практически в реальном режиме. Вот, все фотографирую, да, все уже давно в Инстаграме. Влог будет, конечно, чуть попозже, потому что надо смонтировать. Туда-сюда столько дел. В общем, мы домой. Кстати, кто-то меня в комментариях просил рассказать и снять вообще отдельное видео о достопримечательностях Ростова. Но я не буду снимать отдельное видео, но в каких-то видео, если буду гулять, я покажу вам. Вот у нас достопримечательность. Вселенная, это не достопримечательность, это памятник. Это не достопримечательность. Как это не достопримечательность? Достопримечательность, памятник. Вот напишите, памятник или достопримечательность. В чем разница вообще? Достопримечательность — ладно, это сады Семирамиды там. Ну подожди, у нас то, что... нет такого. Памятник. А Big Sound? А он машины еще. Достопримечательность нашего Ростова. Big Sound — это клуб нашего с Кристиной детства. Так, да? Big Sound надо было... Это первый клуб, а куда нас пустили. Здрасте, там еще 18 спрашивали, паспорт, помнишь? А мы в 18 ходили? Мы же не 18. Мы в 18 ходили, но спрашивали, сколько вам лет. Как раз мой день рождения был, помнишь? 18. Подожди, а раньше 18 мы туда не ходили? Нет. 18 лет. Первые 18 лет, и это Big Sound. Короче, там столько воспоминаний, столько тынч-тынч-тунь-тунь. А кто был в Big Sound, ростовчанки? Ну-ка, напишите. Жалко, его закрыли. А так бы махнула стариной. Холодно, блин. Естественно, я зайду в Фикс Прайс. Кстати, Фикс Прайс, в который я хожу, он находится на Металлургической. Потому что в комментариях меня бывает просто не получается ответить по разным причинам, поэтому я отвечаю в видео. Сынуля проснулся. Новые пакетики появились. Быстро покажу, что здесь нового. Если что-то есть. Ой, глянь, какая прикольная тема. Я, кстати, раньше не видела. Фикс прайс. Нет. У тебя фикс прайс есть, Кристинка?
14 февраля. Блин, вообще, куда я смотрю? Это же Кристинка на 14 февраля показывала. Клевая штука. Всегда интересно, на что другие обращают внимание в фикс-прайсе. Кристинка, на что ты обратила внимание? Вот я увидела здесь такие маленькие книжечки. Если куда-то едешь, можно вот... Они такие тоненькие, и большими буквами все написано. И авторы известные. Александр Дюма, Анаре де Бальзак, Франсуа Саган. Ну, немного культуры на мой канал не помешает. Спасибо, Кристина. Та-да! А вот смотрите, что здесь не было. Надувные нарукавники, да. Надувные нарукавники для малышей. По 55 рублей. Интересно, что ты такое, Кристинка, нашла? Селена подумала, что это зачем нам нужно для животных? Что ты сказала? Для животных это? Я думала, она в отделе животных это взяла. Вот она. Я стою возле очков. Ну и что это? Бам! Вау, 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 трансформер, очки трансформер. Они не надеваются. А ну да, я замерю. Да, у тебя поузы были. Не, я своему ребенку, наверное, не буду такие брать, потому что мало ли, глазки только формируются. А еще, ой, господи. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я жвачка, прилипшая к твоему ботинку. Я черный плащ. Ну, это для детей постарше. Я белый плащ. Кстати, вот эти очечи мне нравятся. Гляньте, какие они симпатичные. Цвет какой. Можешь взять, Крис? Посмотри, какие симпатичные. Тебе нравится? Мне кажется, что-то есть. Ну, у меня, да, их куча, согласна. Ведь классно. Кристинка все говорит, типа, помоги мне подобрать очки. Я говорю, вот эти самые идеальные вот на тебя. Мне кажется, вообще такие. Это сейчас тренд будет модно. Давай быстрее уже. Как вам кажется? Радуга такая. Мне кажется, очень ярчит ее сразу образ. Ярчит? Да? Ярчит, да. Ты сразу очень стильный. Образ ярчит. Подожди, я сейчас себе что-нибудь подберу. Стой. Ну вот что-то вот в таком стиле, мне кажется, нам нужно мини-платьица какие-то коротенькие такие вот, да? Каблук, шпилька. И вот эти очки дополнят весь стайл. Как вам? Я не помню, показывала я в прошлом или нет. Вот такие вот детские. Больничка идет, тоже 55 рублей. Голубенькая и розовенькая. И вот такая гитара. Я помню, что что-то произошло в тот раз. У меня села батарейка на телефоне, да, и я не досняла какие-то моменты. Так что я еще раз попробую. Какие-то вот такие игрушки интересные. Что тут летает? Летающее что-то. Кстати, кто спрашивал про ключницу, осталась она здесь одна. Это металлургическая. Экспресс на металлургическое. Камьо долой, коливерта, камьо риаспору свинью, кем я шуве тот мивай, камьо долой. О, давай ногой. Давай так. Чу. Да-да-да. Я чуть снимаю. Я снимаю там? Брожурь, ой, брожурь. Ну, если мы такие. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у вас новая программа «Сад и огород» приветствует вас. Да? Сад стайл. Вот, и шло, еще нашла. Вот это тоже что-то новое, интересное. Полотенце махровое, что ли? Нет, это прорезиненная штучка такая. Она, видимо, на нее горячая ставить или еще что-то. И вообще, в первый раз заметила, что есть в фикс-прайсе простыни. В моем стиле, да, по-моему? Так это что простыни? Я буду, да, теперь поглядывать. О, блин, что-то розовенько. Что-то розовенько. Персиковое с розовеньким. Классно. Нереально просто? Да, это 99 рублей. На. Ну, только, я не знаю, полуторка, полуторка, да. Ну, может, возможно, если здесь порыться, то можно и 2 палочки найти. Вот, посмотрите, какой красивый. Во. Идем дальше. Ближимся к концу же. Вот такого я еще не видела. Это тоже, кстати, что-то чистит здесь. Ну, очень красиво, гляньте, с такой оборочкой. Пшикать и чистить. 99 рублей. Блин, я забыла. Вот это чей? Что?
чей этот... Бренд изготовитель. Ну вот это вот рисунок, блин, я не помню. Бля, вообще моя память. Бёрбери. Да, Бёрбери. Здесь ставки Бёрбери есть. Все фикс прайс. Кристинка, что ты нашла? Шанель. А вот Шанель. Че, у них делают что-то похожее, да? Ну просто розочку подставили. Бери, Крис, бери. Какая-то вот еще новая штука. Косметичка. Косметичка, да, но... Трансформер. Нет, это сумка. Офигеть. Убью нафиг, убью. Все, мы пришли домой, Кристинка раздевает малыша. Тихо. Все, ты уже дома? В общем, все, сейчас мы будем для вас снимать кучу видео разных и монтировать их. В общем, ждите. Люблю вас, целую, пока. Пока. Камьо долой, Голиверта. Камьо риаспору свинью, кем я шуве тот мивай. Камьо долой, Элиси. О, давай, давай ногой. Давай, так. Чу. Да-да-да. Я чуть снимаю.